Участок магистрального трубопровода на улице Тамары Ильиной изначально выглядел одним из самых проблемных в планах ремонтов. Еще в сентябре это место зияло пустым разрытием. После того, как ход работ вынужден был взять под свой контроль губернатор, темп реконструкции существенно ускорился. Заканчивают монтаж трубы 700-й в рамках реконструкции, и этот участок он будет соединен с участком трубы, действующей уже по штатной схеме. В резкое подключение первого участка назначено на четверг. На выездном совещании с участием исполняющего полномочия главы администрации Алексея Гонькова обсуждалось, каким образом можно обеспечить жителей теплом до этого момента. Здесь мы максимально ускоряемся, расставляемся, моментально расставляемся. И третье, что мы делаем уже практически по каждому дому проходим, пытаемся там провести операции, которые возможны, необходимы для нормализации температурного режима. В части жилого фонда уже стало достаточно тепло после окончания ремонтных работ на зеленом проезде. Поэтому решения о необходимости повышения параметров теплоносителя будут приниматься по каждому дому конкретно. Если надо, производится слив, нормализация перепада давления для того, чтобы пошел ток воды. То есть по каждому дому вот такая работа, она на сегодняшний момент ведется. Юрий Бумбур, Юлия Ильичева, телеканал «Пилот».